Внимание! Данный скрипт запрещено использовать на сервере. Не пытайтесь повторить. Трюки выполнены самперами. I'm going no switch. Shots of rum in the bitch. I take the time to be rich. Got the muscle and take. Brought from ground to the care. Made a bill from a stack. This shit got a bill for the bay. Не, ну вроде нормально все. То есть я плюс эш ухожу в слайд вот таким образом. Новый слайд от Крукса, как говорится. Админов нет, тебе повезло. Че, я кто кого? Вы за кого болеете? Я думаю, что Рифа отсосет. Как-то он уж слишком потно играет. Ну, что и требовалось доказать. Короче, мне кажется, античит работает по принципу, если я попаду в чела, потом сделаю сальто, меня кикнет. Нет, нихуя! Видимо, то старое Клео, оно было довольно читерским. То есть вот, даже вот я по нему попал, я сделал сальто, удрал, и меня даже не кикнуло. Заебись, четко. Ой, это была девятка! Блять, я не успел лофнуться. Да, класс. Классно, я доехал до грувов. Ну ладно, обмен таксихами делаем. Правильно, так его бездаря. Да, блять, вас что, прокляли? Куда, ебать? А, дигл закончился. Ничего, одна хп у парня. А теперь не одна хп. Ладно, не тильтуем. Ну и что ты думаешь? Я не перелечу, что ли, думаешь? На кулак тебя. Нуля такого. Вот так вот. Ты лох! Понял? И кенты твои такие же. Хилимся. Хилимся, живем. Дальше пас ёбам! Минус! У! Ебать! Нихуя! Опа! Здорово! Чел, мне кажется, знатно охуел. Меня пока что не забанили. Везет, везет мне, очень везет. Опа! А вот и я! Здорово! Ой. Стоп. А как мне вылезти отсюда? И чё? Я на капт хочу. Я не хочу лететь куда-то. Ладно. И где я? Где это я? И капт закончился. Класс. О! Вот и новый капт. Отлично. Идем ебашить. Минус. Второй минус. Третий минус. Хилимся. Успеем? Успеем. Четвертый минус. Пятый минус. Блять, ну ты куда? Найс, он суициднулся. Гений игры. Ой. Что делаем? Сальтушку делаем! Падаем вниз. Прыгаем к балбесам. Меня еще-то не забанили. Это как бы и хорошо, и как бы плохо. Потому что, блять, админы, вы хули не работаете, блять. Тут чувак сальтухи хуярит повсюду. О! О! Услышал меня.
В общем, не хочу я остальные аккаунты своих подписчиков портить, поэтому, думаю, одного аккаунта было достаточно. Материал я отснял, поэтому, ребята, если вам понравился данный контент и вы хотите видеть больше подобного, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. В общем, всем спасибо за просмотр, еще увидимся.